Девочки, привет! Добро пожаловать в мой новый влог. Немного у меня кашель сейчас начался, мне немного трудно говорить, но пока вечер, мы вот сегодня после салона с Йоландой вместе, и давайте мы у нее спросим вот ее именно первые впечатления. Такое мини-интервью сделаю. Вот, и завтра я продолжу снимать влог и расскажу вам, да, вообще такую, как предысторию, наверное. Так что продолжайте смотреть и не забрасывайте нам плохие комментарии, хорошо? Давайте, если что-то вам не нравится, с чем-то не согласны, просто оставьте мнение при себе, ну, чтобы нас просто не расстраивать. Надеюсь на ваше понимание. Йолик, привет. Привет. Говори только погромче, хорошо? Смотрите, какая красавица получилась. Но Йоланда сейчас, да, уже такая подуставшая, потому что... Расскажи, сколько сидела часов? 2, 3. 2 часа мы там сидели в салоне. Ну и повернись, покажемся. Йоланда, конечно, уже после хвостика здесь уже повалялась. Ну, в общем, вот такие волосы получились у нее. Покажись, покажись. Чай пьет, тоже чуть-чуть приболела. Вот. Тоже кашляешь. В общем, девчонки, смотрите. Несколько светлых прядей получилось у Яланды. Ну-ка, подожди, не крути сильно. Вот, то есть спереди, то у лица, вот здесь вот сверху и сзади, Яланда, давай посмотрим. Вот здесь вот сзади, то есть когда будет собирать хвост, что сзади тоже будет видно несколько прядок. Волосы мягкие у тебя, как по ощущениям? Да, как всегда. Как всегда, то есть волосы щадящей краской, да, делали Йоланде. Что это значит? Ну, чтобы волосы не сжигались, тебе такую мягкую краску делали. Она что, как подушка? Да, как подушка. Йоланда сидит, чаёк тут пьет, и поэтому аж жарко стало, да? Да, играет. Играет в планшет. Юлан, ну отвлекись от планшета. Засмущалась. Свитяшка убила. Ну, выключи, пожалуйста. Все. Йоланда, ну расскажи, с чего ты решила покрасить волосы? Потому что я захотела покрасить волосы. Ну почему? У кого-то увидела светлые. Твои не нравились. Мои не нравились. И я хотела светлые волосы. Так у тебя и свои светлые. Нет, у меня какашечный цвет. Здрасте, какашечный цвет. У тебя цвет летом, когда выгорает, он вообще такой светлый-светлый делается, волосы. А зимой нет. А зимой вот Йоланде не нравился такой. Но я, кстати, когда была маленькая, мне тоже мой цвет не нравился, потому что мне казалось серый какой-то, безликий, наверное. Вот. Ну и, в общем, Йоланда вот так вот и покрасилась. Еще показала мне у одной девочки, где на Ютубе, в Лайки. лайке, ну это типа ТикТок программа тоже, что у нее светлые волосы, ей вот тоже захотелось. Сколько тебе лет сейчас? Мне 10 лет. Тебе не 10 лет. Йоланде 8 лет, 8 с Нет, половиной. мне 10. В общем, наша первая покраска такая легкая получилась. А вы знали, что если не постригать вообще кончики, то краска не слезет? Говорит это, не согласилась сегодня кончики подстригать тоже, да. Говорит то, что говорит, насколько хватит вот этого покра... Ну, как сказала ты? Покрасили. Ну, вот этой краски, Покрасили. насколько она будет держаться, в общем. Я говорю то, что пока не состригешь, она будет держаться, то есть она никуда не слезет. И Йоланда тут довольная, говорит, я вообще не буду подстригаться, значит. Я буду навсегда такая. Как ты думаешь, завтра придешь в школу, кто-нибудь обратит внимание? Как всегда, нет. Нет? Нет. Ну, конечно. То ты ходила со своим цветом, а тут придешь с новой прической. Думаешь, не обратят? Думаю, знаешь что? Если я опоздаю, приду последняя в класс, такая, открываю дверь, на меня все смотрят, говорят, ты кто? За кто ты? Зачем ты пришла в наш класс? Ты кто? Чужачка. Чужая. Чужая. Хай-я!
Но тебе самой это нравится? Да. Подружкам, думаешь, понравится? Да. Ну вот. Рада вообще, скажи нам честно. Да. Рада. Ждала. Сегодня часы прям считала, когда пойдем, да? В общем, девочки, Йоланда у нас довольна. Она просто уставшая 2 часа. Сами понимаете, в салоне просидеть, это не дома посидеть 2 часа. Она там была, конечно, с планшетом и играла, там смотрела что-то, я не знаю. Закончилась батарея. Да, вот. Ну и я, соответственно, тоже сидела, точнее, ждала ее пока. Вот, и вставлю несколько кусочков, как это все у нее там было. Ну так, пару кусочков я засняла на память. И продолжу уже снимать завтра, потому что у меня прям здесь вот болит. Я сейчас мужу говорю, у меня случайно не ковид. Потому что я начала кашлять, сухой кашель. И здесь внутри где-то. Вот. Но надеюсь, что я просто простыла. Так что погода у нас такая. Так что все, девчонки, увидимся чуть-чуть позже. Ну, вы как бы будете продолжать смотреть, но я продолжу снимать завтра, чтобы я получше уже смогла разговаривать. Девочки, ну что ж, привет опять. У меня уже следующий день. Голос у меня еще хуже, по-моему, стал, в общем, не могу говорить, так что все планы мои на видео, то, что собиралась сегодня снимать, конечно, рушатся, да, потому что я не в состоянии, я проспала, если честно, ну, практически полдня, вот, пью сиропчики от горла, поэтому, надеюсь, скоро, ну, обратно вернусь нормально на канал уже, ну, вот, чуть-чуть поболтаю, да, с вами. Йоланда сейчас, кстати, должна прийти уже со школы, жду, чтобы у нее узнать, какая в итоге у нее реакция была у ее подружек. В общем, мне очень интересно, потому что Йоланда покрасила волосы вообще в первый раз в жизни. Ну и как бы для нее это что-то новое, для меня это, конечно же, что-то новое. И вообще, вы знаете, я, если честно, даже ожидаю какую-то реакцию негативную, потому что когда мне Йоланда сказала, что хочет покрасить волосы. Я такая, блин, ты чё? Я говорю, тебе сколько лет? Тебе 8,5 лет всего. И в итоге, знаете, она давай плакать, что вот она мне давай показывать фотографию девочки, почему у нее вот белые волосы. Ну, видно, что девочка, видимо, тоже покрашенная. Я не знаю, может быть, так выгорели волосы. Я и плачет, и я некрасивая, и так далее. Хотя я всегда говорю, что самое-самое-самое-самое, Йоланда. И в итоге, вы знаете, что я сделала? Я открыла интернет, конечно же, и просто пишу в поиске, можно ли красить девочкам волосы, да, маленьким. И в итоге натыкаюсь на форумы какие-то, на статьи вот именно психологов, и они, знаете, основная мысль была в том, что если девочки, в общем, маленькие, начинают просить покрасить волосы, либо там покрасить ногти где-то в 4-5 лет, это начинается уже сильно так, ну, как навязчивая идея, да, вот, то лучше, конечно, разрешить, лучше это сделать, это вот с точки зрения психологов, потому что если, например, ну, если вот мама, да, разрешит это сделать, то девочка будет как бы больше доверять ей, да, в будущем. А не так, что вот запретила мама, все, значит, она больше не будет ничем делиться и ничего не будет рассказывать. Ну, в общем, будет делать, я не знаю, пойдет покрасит волосы из-под тишка, я не знаю, чем попало, да, зеленкой. Потому что я читала вот так же вот эти вот форумы и статьи вот все. И я решила, ну как бы, а потом я начала читать насчет, что это вред для волос, но как бы опять же такие мнения были, что пускай лучше мама либо вот сама это сделает, да, либо отведет в хороший салон, чтобы ей там сделали, чтобы просто ребенок со своими подружками, там, я не, ну, если подстарше, да, ребенок, чтобы сама себе не навредила, что лучше пускай сделают это родители, под контролем родителей, чтобы это было хорошими красками, щадящими, и, конечно же, лучше в салоне. Вот, ну и вот так вот мы решили. Я думала еще, что вот Анжела, муж мой, будет как бы против, ну, против, скажет, кого ей сколько лет. Но нет, вот на мое удивление он нормально как бы отреагировал, говорит, ну давай сделаем, закроем ей рандеву,
запишем, в общем, ее в салон. Записали мы ее также вот к моему мастеру, вот куда я всегда хожу тоже. И да, в общем, вчера мы это сделали. Так что все довольны остались, конечно. Девчонки, напишите, у кого детки просили красить волосы, либо, ну, я не говорю там про макияж, ладно, ногти, но вот волосы, либо какие-то изменения во внешности, либо, может быть, у кого-то дочкам, да, или, ну, детям вообще, в принципе, что-то в себе не нравилось или что-то хотят переделать. В общем, как вы реагируете? Вот, потому что все равно, знаете, ну, чтобы, вот я считаю, чтобы у ребенка не было такой навязчивой идеи, что вот ему что-то хочется, а ему это запретили, чтобы он не сделал это просто из-под тишка, да, то есть не скрыл что-то. Поэтому, ну, как бы, окей, волосы не зубы отрастут. Я единственное в салоне говорила, сказала, чтобы единственное, вот, чтобы не сожгли волосы, но они у нее мягкие как бы остались, то есть все хорошо сделали, вот. И Йоланду я тоже предупреждала, что у тебя волосы могут быть и пожестче потом, после окрашивания, потому что в светлую краску, да. И она говорит, нет, все хорошо, как бы мягкие волосы. То есть я ее предупредила, что может быть, что они могут и обломаться, что и высушиться. Ну, в общем, волосы не зубы отрастут, как я уже сказала, так что... Да, ребенок остался довольным, я осталась довольна. Вот сейчас со школы придет, вернется, узнаю у нее, конечно, как она себя чувствовала. Может быть, там внимание на себя какое-то привлекла. Мне вот еще, знаете, интересно, что скажет учитель их. У них учитель мужчина, классный руководитель. И я говорю, если он тебе что-то скажет, она говорит, ну это как бы мои волосы, что он мне может сказать? Ну, собственно, да, волосы-то ее. Может быть, он даже и не заметит, потому что это мужчина. Вот, так что жду. И, девчонки, сейчас я, наверное, с вами попрощаюсь. Такой, да, небольшой влог. И, девочки, пожалуйста, если вы здесь просто случайно на канале появились, да, не знаете вообще, что происходит здесь на канале, то просто, ну вот, по странному названию видео, может быть, вы зашли сюда. Вот, поэтому, пожалуйста, весь ваш негатив. Если это конкретно ваше мнение, то, пожалуйста, высказывайте так, чтобы не переходить на личности, да? Когда ваше мнение вы говорите, но оно может не совпадать с моим, я слушаю, как бы мне без проблем, да, у каждого может быть свое мнение, но, пожалуйста, в более тактичной форме, хорошо? Вот. Так что все, девчонки, попрощаюсь с вами. Если Йоланда... Ну, если какие-то новости будут, то я, может быть, потом досниму это видео, вставлю кусочек, но сейчас уже прощаюсь. Все. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока и до новых встреч.